Здравствуйте! В эфире программа «День города», в студии Мария Рудая. Коротко о главных темах выпуска. 100 лет отметили, а музей памяти Александра Солженицына так и не открыли. Снег идет, и вновь погода стала препятствием, но не для строительства детских площадок. День Конституции. Знают ли рязанцы свои права и обязанности? Уникальные находки, датируемые миллионами лет. В областном центре работает клуб палеонтологии. Не успели отпраздновать столетие со дня рождения Александра Солженицына, как из соседнего региона пришла новость. В Гусь-Хрустальном разбили мемориальную доску. В Рязани, где он написал лучшие свои произведения, таких проблем нет, зато не открыли в срок музей его памяти. Подробности далее. Дом Салтыкова-Щедрина постройки 19 века переживает очередное рождение. Еще недавно здесь размещалась библиотека, потом было принято решение отдать его под музей Солженицына. Работы по реконструкции должны были завершиться к 100-летию со дня рождения Нобелевского лауреата, но этого не произошло. Рязанская общественность неоднократно выступала против создания такого музея именно в этом месте. Сейчас остается только разводить руками. Здание окружено строительными лесами, памятник Салтыкову-Щедрину заметает снегом. Краеведческая общественность, широкая общественность и литературный города Рязани настаивает на том, что здесь был литературный музей, где представлена была бы и часть жизни Александра Исаевича Солженицына, пускай, но частью 1/10, 1/100, потому что около 300 известных рязанцев в разные века, да, которые оставили свой след в литературе. По мнению краеведов, в Рязани можно создать туристический маршрут, посвященный Александру Солженицыну. Начать его от второй гимназии, где он преподавал физику, математику и астрономию. Учителем был строгим, но в воспоминаниях современников сохранились данные, что, несмотря на сложность характера, ученики его очень любили. Сейчас в гимназии работает музей Александра Солженицына, который он посетил еще при жизни. Дальше по маршруту сельхозинститут, где работала его жена. Сейчас в этом здание Политехнический университет. Писательская организация, где в 1969 году его исключили из Союза писателей, сейчас она находится там же, правда, делит помещение с музеем путешественников и филармонии, где он слушал Ростроповича, своего друга. Сам выступал в здании Политпросвещения, сейчас факультет русской филологии и национальной культуры РГУ. Недавно на нем открыли мемориальную доску. Дальше по маршруту квартира Наурицкого, 18, где он жил с первой женой Натальей Алексеевной Рештовой. Музей, квартира широко такой понятие распространено вообще в Европе, и у нас их несколько десятков в нашей стране. Это было бы идеальным решением для и памяти Александра Исаевича, и нашего города Рязани. Вполне хватило бы путеводителя по городу Рязани с обозначением всех его мест пребывания, или работы, или жизни. Вполне. Во дворе дома до сих пор сохранилась яблоня, под которой Александр Солженицын любил работать. Квартира, где он жил, тоже не пустует, однако хозяин, по словам историков, не против продать ее под музей. Еще один дом, связанный с именем Нобелевского лауреата, дальше по улице на проезде Яблочкова. Здесь Александр Солженицын получил квартиру на первом этаже в 1965 году. Сейчас хозяйка это жилье сдает, сама проживает в Москве. И последняя точка – музей истории одного рассказа. Он находится рядом в техникуме. Остается надеяться, что когда-нибудь будет восстановлена историческая справедливость и найдутся люди, готовые вложиться в восстановление одной из квартир, и там получится открыть выставку, посвященную рязанскому периоду Александра Солженицына. Дина Ислеева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». «Мой дом, моя крепость» – так до поры до времени думала рязанка Марина Дорогова, пока ее крепость не обвалилась. По воле судьбы или по какой-то другой воле она сейчас живет в маневренном фонде. О том, как она строит свой быт в чужих стенах – наш следующий сюжет. Создать хоть какой-то уют Марина Дорогова украшает скромное жилище к Новому году. Она признается, деваться ей некуда. Ее квартира находится в аварийном состоянии. Чтобы не оказаться на улице, пенсионерке пришлось побегать по инстанциям. Комнату давать не хотели. Заселили только после того, как вмешался депутат Госдумы и представители Следственного комитета. Когда я сюда пришла, я посмотрела. Ну, вы сами видите, что здесь посмотрели пол. Потом, после того, как я ушла, прибили гвоздями. Здесь вот так вот просто отвалилась стены. Заметьте, в каком состоянии. Когда я сюда пришла, я посмотрела, ну, извините, жить-то мне негде. Замок двери как не работал, вот странный вот ком, так он не работает сейчас. Сказали, заменят. Ничем мне не заменили его, естественно. Вопросов у пенсионерки больше, чем ответов. И все они связаны с коммунальными платежами. Как ты только въехала вот сюда, мне сразу была назначена, сразу была сумма в размере 6171 рубль за холодную воду. Просто сразу вписали сюда в долг.
где никогда не проживала. Марина искренне недоумевает. По ее словам, за двухкомнатную квартиру она платила чуть более 2000 рублей. Сейчас за комнату 15 квадратных метров отдает больше 3000. Женщина не понимает, за что берут такие деньги. Ведь условия, по ее словам, практически непригодны для жизни. Там уже условия здесь, конечно, вот в коридоре ходить, там потолок рушится, все стены, вся проводка залита водой. Везде вот подтеки, здесь вот тоже подтеки. Ну, тут все комнаты в таком состоянии, полуразрушены. Говорят, еще более-менее. Так что в остальных там жуть, что творится. Комната, общая кухня, где работает только одна плита, туалет и ржавый душ. Вот что ждет посетителей маневренного фонда. Бывшая гостиница «Москва» стала пристанищем для обездоленных и погорельцев. От былого великолепия остались только стены и более-менее приличный вид снаружи. Пластиковые окна создают иллюзию благополучия. Марина Дорогова уже обратилась с жалобой к депутатам Государственной Думы и Городской Думы. Теперь ждет ответа. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». 11 декабря в эфире телекомпании «Город» вышел сюжет о ремонте фасада жилого дома, который происходил зимой. Ранее мы также выпускали сюжет об укладке асфальта прямо в снег. Теперь Валерий Седов стал свидетелем установки детских площадок. И опять в снегопад. Площадка зимой устанавливается. А когда она должна устанавливаться? Установить детскую площадку зимой – вариант, по словам рабочих, не самый плохой. В полиэтиленовых пакетах, в своей очереди, дожидаются качели, карусели и другой игровой инвентарь. В скором времени он займет свое место на заснеженной площадке. Рабочие говорят, что погодные условия никак на установку не влияют. Технологии никаким образом не нарушаются, потому что основание было приготовлено еще по теплой, хорошей погоде. Основание. Основание-то хорошее, а это мы сметаем, просто снег и ложим. Ну а вот основание, что в основании? Просто вот так расскажите нам, не строителям. Песок и щебенка. Угу. И они дадут такое же качество, что хоть летом делай, хоть когда. Ну, в принципе, да. Так ли это на самом деле, неизвестно. Да и сколько простоят такие площадки, тоже под вопросом. Местные жители, правда, от нового комплекса в восторге. Оно и понятно, площадка, на которой практически каждый сезон можно играть с детьми. Да и другой плюс, с началом работ дорогу чистят от снега. У нас в последнее время, вот когда только сделали, убирают. И вот здесь чистят, утром рано встают, чистят. Но вот только что вот здесь вот эти самые навалены, ничего. Нет, да, а так чистят. Детские площадки установят в нескольких дворах, работы ведутся параллельно. И до сих пор неизвестно, почему для установки был выбран именно зимний сезон. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Патриотизм только на словах. 12 декабря отметили День Конституции. Правда, в Рязани 25-летие со дня принятия главного закона страны прошло почти незаметно. На улицах даже не вывесили государственные флаги. Российскую Конституцию можно считать относительно молодой. Первой Конституцией в современном смысле считается Конституция США. Она была ратифицирована 7 декабря 1787 года. Она же считается самой короткой Конституцией в мире. В ней всего 4400 слов. Самая длинная Конституция действует в Индии. Она включает 395 статей, 12 крупных приложений и 83 поправки. На постсоветском пространстве первую Конституцию приняли в Туркмении. Это произошло 18 мая 1992 года. Спустя месяц новую Конституцию приняла Эстония, а в конце года Литва и Узбекистан. Ныне действующая Конституция России была принята после распада Советского Союза. История рождения насчитывает 3,5 года. У нее было более 1000 авторов. Мы решили узнать у рязанцев, все ли знают главный закон страны, права и обязанности в нем прописанные. Нет, и не хочу знать. У нас права и обязанности каждый день. Все меняется, и не знаешь, где находить правду. Права и обязанности, предусмотрены Конституцией, право на жилище, право на личную свободу, право голосовать, право на труд, право на здоровье, право на отдых. Я могу обратиться за помощью в любой момент, если мне это будет необходимо, и как бы медицина должна мне ее указать. Вот. То, что я имею право ездить на общественном транспорте. Избирать, будто избранным, там, начиная и так далее, и так далее. Пользуясь благами, всеми благами и обязанностями, которые закреплены в Конституции. К личным правам и свободам относятся право на жизнь, право на личную свободу, неприкосновенность достоинства человека, право на неприкосновенность частной, личной, семейной жизни, право определять и указывать или не указывать национальную, партийную и религиозную принадлежность, свобода слова и творчества, право на свободу передвижения и выбора места жительства, свобода совести, право на неприкосновенность жилища. Нужно отметить, что до 2005 года 12 декабря был выходным днем и у всех, кто не знает Конституции.
Конституции была возможность посвятить время изучению главного документа страны. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Хорошая новость для автолюбителей. Госдума приняла закон о продлении льготного периода оплаты штрафов ГИБДД. Напомним, при оплате административного штрафа в 20-дневный срок сумма сокращается на 50%. Это касается только тех случаев, когда копия постановления о штрафе приходит заказным письмом по истечении 20 дней после его вынесения. Нововведение исправит ситуацию в случаях, когда правонарушитель лишается права на оплату половины назначенного штрафа. Сразу несколько машин сгорело. Это новость последнего дня. А статистика за прошлый год неутешительна. Таких случаев наберется не меньше десятка. Как обезопасить свой автомобиль, узнал Валерий Седов. На обычной стоянке перед домом полыхают два автомобиля. Эти кадры сделал очевидец. Пожар начался ночью. В 2 часа 35 минут поступило сообщение о загорании на транспорте в селе Дядьково Рязанского района. На момент прибытия пожарных подразделений происходило горение трех автомобилей. В тушении пожара участвовало два пожарных расчета. 5 человек личного состава государственной противопожарной службы. В результате пожара огнем уничтожен два автомобиля, поврежден один автомобиль. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На утро от двух автомобилей остался только загоревший остов. Запах гари можно почувствовать до сих пор. Внутри, как и снаружи, практически все уничтожено огнем. Проще перечислить уцелевшие детали. Пожар, по словам местных жителей, начался именно с автомобиля марки Toyota. После пламя перекинулось на рядом стоящую Ладу. Она пострадала чуть меньше, если вообще так можно выразиться. Вот только в сообщении от МЧС говорилось и о третьей машине. Вот она стоит невдалеке. Юрию Прокофьеву, водителю, удалось ее вовремя спасти. Ну, где-то в 3 часа ночи. У меня там сигнализация сработала, вышел. Вот, огонь увидел. Я сначала, ну, с этой стороны, как по привычке, по водительской. Да. А потом что-то подумал, да, проснулся. Ну, с обратной стороны, получается, пассажирской зашел. И все, завелся, поехал. Резина на колесе сгорела, огнем повреждена фара, бампер с обеих сторон, зеркало, да и нужно покрасить. А ремонт обойдется примерно в 100 тысяч рублей. Страховая компания отмахивается. Говорит, не их случай, не ДТП. RAV4 это новая машина была. Да. Новая, понимаете, она не должна замкнуть, это же японское изготовление. Подошел мужчина к передку, что-то там, ну, прыснул или налил, там, особо так неразборчиво. Вот, ну и все, он ушел где-то через минуту, там, даже меньше уже начался. Ну, видно по камерам, что пошел огонь уже. Огнем повреждено и окно на первом этаже, но, что важнее всего, и газовая труба, которая проходит прямо за Тойотой. К счастью, до несчастного случая не дошло. Всего за 2018 год зафиксировано 128 пожаров транспортных средств. Основная причина, более 60%, это далеко не поджог, а неправильная эксплуатация самих автомобилей. Сотрудники СТО рассказали, как уберечь свою машину от несчастного случая. Первое, что нужно соблюдать, ну, меры техники безопасности. То есть это, если вы используете какие-либо утепляющие средства типа автоодеяла, оно должно быть все-таки сертифицировано, это должен быть негорючий материал. Плюс автомобиль, нужно все-таки за ним следить. Если вы не умеете делать самостоятельно, то доверьте это дело профессионалам, потому что незначительные, на ваш взгляд, неисправности проводки, подтекание каких-либо технических жидкостей может привести к плачевному эффекту. Также не стоит нарушать схемы подключения электроприборов, таких как зарядные устройства и им подобных. Очень много пожаров может произойти из-за неправильной установки газового оборудования. Такие баллоны можно увидеть практически на каждой второй «Газели» в городе. Только устанавливать его надо правильно и проходить техническое обслуживание и профилактические осмотры. Также установку газового оборудования нужно узаконить в ГИБДД, но водители порой пренебрегают этим, что может привести к печальным последствиям. Лучше всего, по словам сотрудников СТО, доверить обслуживание машины профессионалам. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Памятные знаки на Скоробещенском кладбище заменили. Напомню, ранее активисты обнаружили, что на ряде табличек были допущены ошибки, а в русские буквы вписали латинские. Как решили проблему, расскажем далее. На Скоробещенском кладбище заменили 10 памятных знаков. Подрядчик, как и обещал, выполнил работы до 12 декабря в рамках гарантийных обязательств. Напомним, что надгробия с ошибками появились в апреле после ремонтных работ. Однако заметили неточности только в декабре. На надгробиях исказили имена бойцов Великой Отечественной войны и годы их жизни. Некоторые фотографии закрасили побелкой. Ситуацию чиновники взяли на особый контроль. Отреставрированные памятные знаки принимал лично исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карамбасов. Работа была проделана в кратчайшие сроки. Памятники 85-го года производства. У нас всего здесь находится 1260 памятных знаков. И нам необходимо, конечно, провести плановую замену
в одном стиле всех памятных знаков. Проведение этих работ запланировано уже на 2019 год, а пока продолжается служебная проверка. Напомним, что на Скорбящинском кладбище погребены красноармейцы, которые скончались от ран в госпиталях Рязани во время Великой Отечественной войны. Также значительную часть некрополя занимают захоронения ленинградцев, умерших после эвакуации из блокадного города. Окунуться в мир доселе неизведанных созданий природы от микроскопических до невообразимо гигантских размеров. В Рязани начал работу клуб любителей палеонтологии и палеографии Грифея. Главная задача – объединить людей, желающих изучать окаменелости различных ископаемых существ, обитавших на территории нашего региона в доисторические времена. У рязанских палеонтологов уже есть уникальные находки. Вот эта кость принадлежит существу, обитавшему на Земле, по мнению ученых, 27 миллионов лет назад. Этилодонту, доисторическому кабану. Символична эта находка в преддверии Нового года, который по китайскому календарю будет проходить под знаком желтого земляного кабана. 27 миллионов лет на нашей планете жило такое замечательное существо, как этилодонт или динохиус. Это был, как говорится, доисторический кабан. Достаточно большого размера, то есть от 2,5 до 4 метров высоты, который весил несколько тонн. Существо было крайне свирепое, всеядное, склонные даже к каннибализму. Клуб любителей палеонтологии начал работу в октябре этого года. На счету уже более 300 находок. Все экспонаты найдены на территории региона. На берегах рек, в лесу, возле болот, в карьерах. Чаще всего это происходит весной и осенью, когда вода размывает серые юрские глины. Наш символ. Вот она, Грифея, конкретно окаменевшая древняя раковина. Даже не древняя, а древнейшая раковина, собственно говоря. Вот такие вот живые существа некогда населяли территорию нашей Рязанской губернии, которая была дном теплого Юрского моря. Кроме того, по словам Андрея Лепешкина, здесь водились плеозавры и леоплевродонты. Это гигантские ящерицы юрского периода, а еще девонские рыбы. На этом камне вот видно вот трагедия того периода. Вот видна плавник рыбы, в который впились, явно впились, три зуба. То есть вот одна более крупная рыба схватила рыбу помельче, потом они как-то засыпались землей или чем-то, или песком, или чем-то, так сохранились до наших дней. Сейчас на счету Андрея не одна уникальная находка, а началось все вот с этого коралла, который он нашел в детстве на берегу реки Оки. Сейчас свою любовь к древностям он передает подрастающему поколению. Георг Фоменко настолько увлекся данным занятием, что без труда ответит на любой вопрос об аммонитах, грифеях и белемнитах. Вот этот вот белемнит тоже порядка 20 и даже 30 метров достигал вот, в длину. Он очень острый. И еще эти белемниты очень древние. У них еще вот тут вот должно было вот такое примерно продолжение быть. И там тогда торчали, в общем, голова у них вот здесь, получается, торчит, и тут идут щупальцы. Вот. А вот если щупальца вот так вот раздвинуть, тут будет такие острые зубы, и они вот так вот охотились. Среди уникальных находок есть и камни, на которых рукой человека нанесено изображение Одина, героя скандинавской мифологии. В планах клуба тесное сотрудничество с ведущими научными институтами и общественными организациями, занимающимися палеонтологией, а также созданием народного палеонтологического музея. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Погода вновь показывает свой характер. Синоптики прогнозируют понижение температуры. А значит, гололеда не избежать. До конца дня, 12 декабря, сохранится гололедица. Об этом сообщили сотрудники регионального управления МЧС. Рязанцев просят быть аккуратными и ограничить время пребывания на улице, а также быть внимательными за рулем. Это были все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.tv и в социальных сетях. Я же на этом с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. До встречи в эфире телекомпании «Город». Мама спит, она устала. В пробках 2 часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс.
Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаем тишину и комфорт загородной жизни. Реализуем квартиры в новом жилом комплексе «Полянка» недалеко от Рязани в Полянах. Перед домом оборудована детская площадка. Имеется достаточное количество парковых мест. В шаговой доступности пруд, детский сад, школа, мини-маркет. Телефон 27 5555.